День добрый. Есть Софья, есть Саратова, мешкам Саратове, дому сын Филипп. Мы уже вовсю готовимся к Рождеству, к Новому году и желаем этот светлый праздник всем добра, любви, здоровья обязательно и веселых швёнт. Вечером, в канун Рождества, мы собираемся с близкими за семейным столом. Польская традиция требует, чтобы сесть за ужин лишь тогда, когда на небе появится первая звезда. Она является символом Вифлеемской звезды и напоминает о той путеводной звезде, что указала путь волхвам к маленькому Христу. Особенно увлекает от обычай детей, высматривающих в окне, когда же на небе зажжется яркая звездочка. В начале Вифлеемии читается фрагмент Евангелия рождения Иисуса, начинаются уже молитвы. Затем все делятся оплатками и составляют друг другу пожелания. На столе, часто под скатертью, мы укладываем немного сена. Это символизирует место, в котором Иисус пришел в мир. Хлев и сено, в котором лежал младенец при рождении. Мы находимся у собора Святого Петра и Павла, в центре города Саратова, католический собор. Это наш витек, который установили в честь приближающегося Рождества.